Друзья, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Только что прислали мне на Viber вот такую монетку, спрашивают, оригинал ли это или нет. Написали, что оригинал 100%, и поэтому подписчик прислал вот такое сие чудо. Ну, друзья, что хочу сразу сказать, конечно же, монета является поддельной по миллион признакам. По остям, по, ну короче, по всему. Монета является одной из редчайших монет. Сейчас выставлена на нью аукционе. Ну что говорить? Много говорить не хочется, потому что... Ой, все это очень сильно печально. Скажу так, монета пробная, редчайшая. Без каких-либо обсуждений, рассуждений, с такими фотографиями выставлена на продажу. Также монета находится в Харькове. Хочу сказать вам, что Харьков является одним из городов, где очень часто подделывают монеты. То есть это штамповка, самая натуральная, цена которой, ну, скажем так, 10 копеек. Поэтому не ведитесь на это все. Ну, не знаю, что еще сказать. Короче, полная чушь. Все, друзья, даже не хочу это обсуждать. Все, бай-бай, с вами, как всегда, Мега Денди.